Автодорожный факультет СФФУ представил инновационную автостоянку. Ее торжественно открыли сегодня на территории факультета. Принцип работы стоянки прост. Она поддерживает питание двигателя, заведенного авто в зимнее время. Парковку спроектировали в национальном якутском стиле. Электросети подведены с помощью деревянных брусьев, напоминающих коновязь. Только кони рядом с ними отстаиваются железные. Стоянка рассчитана на 20 мест. В дальнейшем ее планируют расширить. На начальном этапе мы будем эксплуатировать это время, а потом уже будем, наше желание провести вот такие виды рода парковки в студенческом университетском кампусе. А потом дальше посмотрим.